Привет, с вами Белякова. Сегодня утром на завтрак сделала себе вот такую сыроедную кашку. Интересно, как выглядит. Дело в том, что я веган, да, стараюсь есть. Вообще поклонник здорового образа жизни. И вообще такую кашку приготовить очень несложно. Сейчас быстренько вам расскажу. Это смолоть семя льна нужно немножко в кофемолке. Сколько вам надо? 2-3 ложки. Сложить в блендер, добавила я черники, можно добавить все, что хочешь, виноград там, яблоки, банан я добавила, воды добавила, смолола, все, получилась такая вкуснющая каша, а продают их очень дорого, а на самом деле она богата всеми ненасыщенными жирными кислотами для нашей женской красоты, здоровья, молодости. Очень вкусно, очень сытно, напоминает как будто бы такие орешки, что ли, по вкусу. Поэтому я всем рекомендую, варить ничего не надо, она дает и силы, здоровье, и красоту на весь день. Все, удачного нам всем дня, пока!